Отсутствие сопроводительных документов подвело и перевозчика менее ценного груза, но тоже незаконно добытого. Сотрудники отдела ГАИ Реческого РУВД поздно вечером остановили Volkswagen Passat для обычной проверки документов. Однако водитель заволновался и этим обратил на себя внимание. При визуальном осмотре салона автомобиля были обнаружены несколько пакетов с мясной продукцией. Все бы ничего, да только документов, подтверждающих факт приобретения, у перевозчика не нашлось. О происхождении груза водитель пояснил, что его передала мать, которая работает на пищекомбинате. Сотрудниками госавтоинспекции при досмотре автомобиля в салоне автомобиля было обнаружено 3 пакета, в которых находилась мясная продукция общим весом около 15 кг. Так каких-либо документов на данную продукцию водителя не было. Водитель 19-летний молодой человек. С его слов, мясную продукцию ему передала мать.